Дорогие друзья, мой номер 11, и поверьте, это не случайно. Совсем недавно была дата, от которой мы с вами все дружно сходили с ума. Это 11-11-11. По всем каналам астрологи предсказывали нам невероятные события, связанные с этим магическим числом. И я не остался в стороне от этого ажиотажа и решил, что именно 11 номер поможет мне сегодня, ну, наверное, победить. Вообще, давайте разберем, что такое 11-й. 11-й — это дважды первый. 11-й — это значит, что скоро выпускной. 11-й — это значит, что еще часик можно погулять. 11-й — это лучше, чем пожизненное. Одиннадцать — первая бутылочка, ну, в смысле, игра. 11 в десятером мы бы не попали на чемпионат Европы по футболу. Кстати, о футболе. 11 — это Тихонов, Велитон, Сычев, Райан Гиггс, Киржаков. Да, ну и что ж, я думаю, что именно число 11 связанное, неразрывно связано с сегодняшним днем и с сегодняшним мероприятием. Давайте с вами разберемся. Сегодня только один человек может сказать: «Я мистер ЧГПУ». 11 букв. Мы все с вами находимся, и мероприятие проходит в Челябинском университете. Челябинский — 11 букв. Университет — 11 букв. Я студент факультета социального — 11 букв. Образование — 11 букв. И в журнале по списку я иду под номером 11. Также, друзья, давайте с вами вспомним мисс ЧГПУ 2011. Победила Елена Рустанова, номер 11. Какого это числа произошло? 22-11-11. 4 числа 11. Ну и, наконец, не будем забывать, что все эти события происходят в 2011 году. Да, кто-то из вас может сказать: «Погоди, погоди, сейчас декабрь, 12 месяц, ты ошибся». Но ведь сегодня 8-12. 11. Дорогие друзья, это числа, это все числа. На самом деле, неважно, какой у тебя номер, ведь подобную схему можно было подписать под любой абсолютно номер, под любого молодого человека, но наверняка сегодня самое главное, чтобы, несмотря на то, кто сегодня победит, осталась дружба между факультетами. Спасибо!